Мы так не можем. Мне-то? Ну, достань. Короче, Коля, развлекайся, делай что-то. Фотоешь. Я хочу делать. Я хочу делать что-то. Пиво достань. Феника. Пиво достань, говорю, Коля. Зай, закрой багажник. Коля, тебе плевать, достать. Рада! Рада тебе! Зацепите за меня. Это неинтересно. Такого видео не будет. Но они продвигаются, что интересно. Я говорю, я вот эти притоны запустил, вот так смотрю, да? Я вспоминаю Дубровского пионера и его мудовые рыдания. Ты сейчас оттуда езжай. По прямой. Готовься. Готовлю. Готовы. Ебать, ничего себе. Что там делаешь? Снаряжение достаю. Снаряжение? Да, только я могу сюда из нас двоих улезть. Внедорожное? Да. Понятно. Вылазить будешь? Да. Вслух не буду произносить мысли. Ну вот.
Не, реально такое ощущение, что вы сейчас на руках вынесете по размеру. Сваливаем. Дом привет. Блять, красава. О, кстати, да, слышь? О, он там сидит. Кому там скучно-то было? Ребёночка спускаем. Повеселились. Вот это может заберешь его назад? Так я сказал, цепляйтесь. Они решили еще. Это неинтересно. То есть как бы здесь видишь это, ну присоединяйся. Ты этим еще не занимался сегодня, да? Да. Второй раз, Ника, ты на меня наклевещала, не за меня стояли. Это же знаешь, как в мушкетерах, Ром. Скажут, что их было четверо, так же и ты. Это вот свинья грязь везде найдет, называется. То есть, если мы ее не найдем, мы ее создадим. Давайте зацепим. Нет? Вообще как это там не напрягает. Короче, цепляйся да. И будь брелок. Зачем нам брелок? Тебе трофей с охоты привез. Я тебя помню, что мне делать.